Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Итак, у нас время без 20:10, и я уже приехала на работу. У нас сегодня... О, фонари даже горят. На улице чудесная погода, снег, в принципе, не идет. Но его пока хватает, вроде обещают, что будет таять. Это будет кошмар, если все будет таять. Будем тонуть, плавать. Детки маленькие в саду, Владик уехал на тренировку. Я иду на работу, сегодня у меня вообще, по идее, целый день, так как заключительные дни учебы. Ну, не знаю, буду что-то сегодня решать, сегодня вероятно на занятия идти. Так, все, подошла. Я добавилась, все добавились. А как ее зовут? Да не ее. Кристина? Всем привет, зрители, подписчики канала на Ютубе. Ну что, у нас сегодня уже 25 число декабря, понедельник, католическое Рождество. Всех с праздником, да. Еще раз. Вот. Время уже 12 часов, Владик приехал с тренировки, сейчас обедают детки наши, где-то там все гуляют. Либо уже погуляли, сейчас тоже идут на обед. Ничего, такая погодка, еще такая облачность. Вот. Не знаю, погоду, кстати, не смотрел, потому что завтрашнего дня пока передают уже потепление. Хотя сейчас мужчина катался на лыжах, тут, то есть еще пока вот зима чувствуется. Жалко, жалко, если будет Новый год, встретим, конечно, не лучшим образом, да, без снега, не как полагается, грубо говоря. Так, ну что, Владик уже обед, пошел, Владик сегодня завтракал уже с мамой, да, перед этим, перед тренировкой. Я на работе, я завтракаю только в это время, полежал, потому что сегодня хотел, думаю, потом, после обеда немножко поспать, а мне сегодня придется сейчас ехать буквально через 2 часа за деньгами, потому что сегодня ночью работаю, ну вот, и сегодня уже ночью на работу мне, туда-сюда, по-быстрому. Так, что еще? Сало вкусное, да? Вчера даже брал сало на работу. Слева, правда, надо есть, Ларик. Так, детки наши в саду, в принципе, что такие новости еще? В принципе, у нас все больше никаких. Мне кажется, все знают, но то, что я покупный хлеб не ем. Ну, как хочешь, да. Мама пока еще попросить сделать сегодня вечерком свой хлеб. Так, в общем, я работаю, зато у нас уже утренник 26-го тоже. Не знаю, как Татьяна отпросится, не отпросится, я потому что все-таки к 4 часам, в принципе, за час, мне кажется, сама не управится. По-моему, начальник, что уже пойду на работу. Поеду, так что завтра я побою на утреннике, снимаем все такое, ну это будет завтра. Так, ладно, сейчас мы обедаем, кто завтракает. Что? Кто вообще ужинает уже? Кто ужинает? Ну кто-то, да, это в разных поясах, и делаю себе кофейку, увидимся немножко уже позже, не знаю. Итак, ну что, время уже 5:15, я уже думал, в принципе, поехал, наверное, попозже, к 2 часам, уже 2:30. Получил я денежки, вот, что еще, и заехал в Майзер. Думал взять кое-что еще из мяса, что мы планировали на год, но по своей погодности не подходило. Ладно, кое-что, в принципе, для дома взял, и уже тоже сам от Нового года немножко, что было. Сейчас покажу небольшие покупки в Майзер. Так, салат руккола свежий, это у нас придется на салат с морепродуктами, которые покупали. Плюс закончилось у нас фрош. Самая адекватная цена литрового фроша, это 126 рублей. Это очень хорошая цена и очень хорошее средство для мытья посуды, я считаю. Так, купон взял макарончики. Финлайн давно мы их не брали, по 30 рублей, по-моему, вышло. И упаковки. Плюс купончики на колбасу. Колбаса у нас дети просят варенку, которую мы купали. Палка у нас лежит, как бы на салат, но он взял так вот страдворскую. Не знаю, 190 рублей килограмм. Это вот сейчас, когда до Нового года, я не знаю, надеюсь, что в течение этой недели хватит. В принципе, еще взял копченый колбасы вот такой. Я беру на работу. Тоже по 250 рублей, но за килограмм идет примерно сервел Астрадворский. В принципе, хватит, чтобы не зарезать ту колбасу, которая на леве. В принципе, она останется, я считаю. Так, кофе взял жакей Татьяне. Империал. Тоже, по-моему, цена 130 рублей за 130 грамм, не знаю. Такой кофе я не пью, если честно.
Батон это сейчас с собой уже не буду брать с маслом. Так, взял я такие кофе. Давно мне было, в принципе, взял. Решил, что 259 рублей, адекватная цена. Вот, так. За 16 капсул получается. Так, два молока по 45 у нас. Вот, арская. Снежок 37, по-моему, рублей. Взял две штучки деткам. Снежок они начали подсеивать. А, и упал пакет. Сметана свежая, тоже, по-моему, по 130 рублей. 132. Так, это у нас сколько там тут? Фитон, да. Нормальная цена. И взял тимьян. А, розмарин тоже свежий, 24 числа. Вот, хороший, то есть пойдет у нас на мясо. Вот, к Новому году. И к Новому году я взял еще последний кусочек сыра. Принципе, не любят, я люблю этот президент Бри. Белый мягкий сыр. Тоже по купону. 200, по-моему, 20 рублей. Кусочек 200 грамм, по-моему. И китикет нашей кошки. По 11 рублей китикет. Все, вроде больше. Да. Ничего. Даже не знаю, по чеке делал. Вообще оставил покормить. Так, вот, ладно, в принципе, небольшие покупки, хорошо, то что плохо, что не было мяса, мне придется, в принципе, съездить, наверное, еще после работы, числа 27-го. Но то, что зелень попалась хорошо, свежая, в принципе, это удачно, потому что очень много народу сейчас везде, и неохота мне за два там, дня ездить куда-то по магазинам за этим, по мелочам, грубо говоря, такой, вообще как зелень, не считаю. Конечно, останется небольшие там уже немножко прикупить. Так, ладно, все, сейчас я быстренько уже 16:20, мне сейчас уже топать на работу. Перекушу, приготовлю с собой и уже, не знаю, прощаюсь и все. О боже, наконец-то сегодня рабочий день закончен. Время сейчас 6 часов почти, я иду в садик. И то нас пораньше отпустили немножечко. Какая темнота вообще лютая. Уже здесь около садика фонари только там работают в саду. Иду забирать Илюшу и Веронику, надеюсь, они на улице. Хотя не знаю. Многие дети гуляют, а вот наших я что-то как раз не вижу. Придется наверх подниматься, да, они в группе. Илюшина группа именно наверху. Чуть-чуть гулять они не пошли. Илюшкин! Всем привет! Забрала я уже Илюшу, теперь ходим по кругу, ищем Веронику. Мама! Ай! И там елка. Да, пошли. Где наша Вероника? Уже круг обошли. Нет, группы света нету. Нет? А вон она, наша Вероника. Ну что, мы дома. Кто там у нас? Спряталась. У нас там спряталась. Называется Вероника. Что ты хочешь? Мэнденчика. Подожди, Вероника, мэндемся. Хватит столом долбить. Вероника, вылезай туда. Вылезай туда, давай, солнышко. Так, пришли мы домой, пришли буквально недавно, минут 10 назад, только разделись, еще я даже не переоделась, хотя время уже почти 7 часов вечера. Простояли долго, проговорили на улице с воспитательницей Вероникиной, там детки пока побегали, попрыгали, поваляли в снегу на свежем воздухе. Владя, уж ну рассказывай, как твои дела в школе. Ничего, как обычно. Как обычно. Что мы сегодня будем ужинать, кто-нибудь знает? Капуста. Делать, да? Сейчас приготовлю, дочь. Я просто предлагала вариант с капустой, вот потушить капусту на ужин. Сейчас, доченька, приготовлю. Так, ну что я могу сказать? Сегодня у меня прошел такой целый плодотворный день, почти рабочий. Конечно, сегодня мы уже выходили немножечко на линию, сдавали сегодня тест также. И что, ты сдала хорошо? Да, все. Там не было оценки хорошо, плохо, отлично. Там просто было тест пройден или не пройден. Я тест сдала, все полностью прошла, чем очень счастлива и рада. Конечно, сегодня был такой очень напряженный день. Ну, будь здоров. Как я сказала, что надо уже определяться давным-давно. Было еще определиться давным-давно. Мама останется. Я не знаю. Я не знаю. Мама, если ты прошла тест, то останешься. Наверное, пока да. Наверное, все-таки пока я поработаю, потому что не знаю, до какого периода.
Во-первых, как бы сейчас еще будет еще неизвестно, сейчас там, как нам скажут, тесты я прошла, а еще никого же не оформляли, никакие договора не подписывали, как это все будет выглядеть дальше, буду смотреть уже. Если все это будет на том же уровне выглядеть, то без всяких договоров, без всяких всего, то, естественно, смысл там работать за бесплатно. Ну, рассказывай, как твои дела в садике, Вероник. Хорошо, а что ты такая непонятная? Владик! Бен! Поправьте, пожалуйста, штору. Я не полезу, я вчера лазила. Я вчера лазила поправлять штору, не ты. Вчера лазила как раз я, поправляла ее. И у нас Вероника любитель, это Ильюша, пройти за этой мимо диванной батареи, там мимо подоконника, естественно, штору сразу содрать. А один раз я повесила вчера, один раз ты вчера. Ты позавчера лазила поправляла, а я вчера поправляла. Давай не будем. Да, да. Завтра у Ильюши на что? Утренник. Так, а вам что в школе говорили, что вообще никакой информации? Сейчас группу залезла, почитала, тоже ничего, пока не ясно. В пятницу вроде. В пятницу? Да. Дедуля. А я тоже утренник. Дедуля. Дедуля из Мороз. Дедуля. Мы сегодня празднику готовимся. Вы сегодня празднику готовились? Мы. Здорово. Мы. Кстати, мы сегодня будем соревнования. Соревнования были у вас? Ага. Почем у вас были соревнования? По физкультуре. На физкультуре? Ну, да? А, не вот так. А я пожалуй. Пока. Что вы там делали? Бегали, прыгали? Да. Бегали, прыгали, веселились. Давай. Не веселились? Занимались, правильно, умничка моя, занимались. Кстати, я сегодня, мы вот не говорили, наверное, видео. Ой-ой-ой, чуть камеру не уронила. Сегодня мы с Вероникой не были на нашей хореографии. Это новая тренировка. Да, связано это все с тем, тоже. Илья! Мама! Нет, не зато, доченька. Теперь мы выходим на хореографию 11 числа. Дело в том, что у нас опять меняется тренер. Я, конечно, Илья! Конечно, немножечко в шоке от этого всего происходящего. За время пребывания нашего на хореографии, еще до сих пор мы ходим третий месяц, наверное, мы... И уже сменился. Сменилось уже у нас... Ну, два тренера стабильно, которые вели постоянно, и были некоторые... Ну, Илья подменный, Илья некрасиво себя ведешь. Этот тренер у нас больше, она не уходит никуда, она остается, будет, ну, будет преподавать у других групп. У нас будет новая тренер, какая-то девушка Юлия, пока мы ее не видели, не слышали, что у нас ее представляет, тоже не знаем. Поэтому 11 числа мы выходим на занятия к новому тренеру. А у нас 3 января веселый старт, на который я должен пойти. Мы будем бегать. В смысле 3 января? В школе? Ну, 3 числа, да. Я не знаю, Владик, пойдешь ли ты туда или не пойдешь. Даже если мы поедем в Людиново, как ты пойдешь? Мы 2-3 будем Людинове точно. Если мы поедем, как бы пока что все, не все ясно. Поэтому 3 числа Татьяна не будет здесь в Брянске. А Татьяна Михайловна сказала, она набирает лучшую команду Илья Бега. Милый мой. Ну мы же не откажемся за веселый старт. А она, я пойду. Ну, значит, ты останешься в Людинове, мы поедем. Вот ты останешься здесь, мы поедем в Людинове. Хорошо. Знаешь, как бы. Я не хочу. Мы свои планы тоже строим, как бы заранее. А мне ничего не говорили. Кто сказал, что мы в Людиново поедем, тебе не говорили? Никто. Об этом говорили уже 1000 раз. Сказать, что не знаем точно, поедем или не... Мы до сих пор не знаем точно, поедем или не поедем. Мама, а. Мы на утренник будем танцевать, когда нам скажут, Вот завтра мы все снимем и все нашим подписчикам по возможности покажем. Мы будем танцевать, а потом сугробики вот так. Посмотрим. Так, ладно, все, пошла переодеваться и начинать готовить ужин, да. Мы сели, точнее, дети сели пить чай, пока я готовлю ужин. Здесь немножко перекусим с тортом. У нас есть такой тортик. Тортик этот из мармелада. Вчера нам привезла бабушка. Вчера. Вот такой красивый оригинальный торт. Новый год. Да, давай сами распакуем. Ну, в принципе. Новый год, сейчас странно будет разрезать его. Сказала, что Новый год. Новый год, да, вам бабушка вчера. Вау.
Ну, конечно, тут много мармелада. Я тебе о чем сказала, что сластить его не вот такой. Ну, в принципе, просто мармеладный торт. Вот. Несколько слоев. Несколько слоев, да. Четыре слоя. Сверху картинка. Ну, все это съедобно, соответственно. Сейчас я вам порежу. Ну, куда ты свою личку? Пахнет вкусно, да. Слезай с окошка, Илья, слезай. Зачем ты это делаешь? Так, ну что, покушали мой торт. И что я могу сказать? Торт был очень-очень-очень вкусный. Конечно, мы съели чуть-чуть, скажем, по кусочку. Даже я соблазнилась, попробовала. Правда, очень обалденный торт. И кто найдет такую продажу у себя, покупайте, даже не задумываясь. Во-первых, сам по себе мармелад очень вкусный. Мармелад тоже. Ну, мармелад, он же тоже мармеладный. Илья, мармелад. Так, я уже пошинковала капусту, порезала морковка, лук и начинаю тушить. Кстати, сегодня буду тушить ее капусту не просто, а с рисом, с добавлением риса. У меня везде попадает морковка, попала. Сейчас добавлю сразу риса и добавлю немножечко. Что я сюда буду добавлять? Что я сюда буду добавлять? Сделаю водички с сметанной и с томатной пастой. И закрою. Хорошо. Мультиварка, пускай тушится. Также у меня размораживается куриная грудка. Из нее я сейчас приготовлю. Походу буду показывать. Так, пока масло готовится кушать. Лазюш, залезай, пришторку поправляй. Вероника у нас тут устраивает мастер-классы. Да, ну, отпусти ее, пожалуйста. Ну, покажи, чему ты научилась у нас. Показывай. Сейчас, это мы сейчас покажем тебе. Это мы сейчас снимем, покажем, что ты... А ты покажешь, как ты танец танцевала ручками. Не стесняйся, покажи, дочь. Нет, это ты кривляешься, красавица. Эй, это ты кривляешься. Вероника, ну так ты хорошо это умеешь делать. Не надо ковырять. Как ты танцевал танец с ручками? Покажи мне. Ты так красиво получилось? Покажи, пожалуйста. Умница, умница. Только он без кривляния хорошо показывает. Покажешь еще разочек? Покажи давай. Ладно, не сбивай ее. Умница. Молодец. Ну, что ты еще хотела показать нам? Березку. Ну, березку. Хорошо попочку держи, березку. Под сок это залезай. Помогай ей. О, поддерживай попочку, спинку, вот, все. Молодец. Только неправильно ручки ловим. Она еще куда? Вот, видишь, как надо, как ладно, поддержит хорошо березку у нас. И ты ножки ровно. Ровно ножки. Больно на полу? На полу больно, неудобно, да? Не надо, даже не делай на полу. Конечно, больно. Еще бусы там у тебя. Иди к нам, мой хорошенький. Иди, мое солнышко, к нам. Так, ладно. Давай мама сделаем себе одно упражнение, которое она хочет с мамой помочь, чтобы помогла ей. Да? Ну, говори, покажи, как сделать шпагат. Но она не может еще полностью сделать шпагат. Ну, ладно. Ну, что, это уже хорошо. Нет. Ну, попа должна, ты должна полностью сесть, Вероника. Не надо, Владик, ее мыть. Сядет скоро. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть тебе осталось, да. И все полностью сядешь на шпагат. Давай. Давай, все, я пошла мама мясо жарить. Давай поближе к стеночке. Поближе. Вот. Владик, давай. Ну как это возможно? Тише. Тихо. Показывай. Вероника, у нас тут лучше всех танцевать. О, скользко, да? Скользи здесь. Давай, показывай. Софья Михайловна, вы для начала успокойтесь. Все, я сделал. Давай. Умничка. Так, я начинаю готовить из мясного блюда у нас будут куриные растрепки. Я, в принципе, по-моему, показывала, как я их готовлю. Не знаю, по этому рецепту, не по этому рецепту, поэтому покажу заново. Все это сделаю очень быстренько. Добавляю 2 ложки сметаны. Так, сразу закрываем ее. 3 зубчика чеснока. Вот честно, не помню я. Так, я показывала, не так, так, при этом рецепте, не при этом рецепте. Так, таким образом, вдавливаю 3 зубчика чеснока.
Сюда же мы добавляем одно яйцо. И все хорошо это перемешиваем. Так, сразу сюда добавлю перчика. Все, перемешаю сейчас хорошо. Лучше это, конечно, сделать вилкой и все размешать, чем ложкой. Таким вот образом. Соли. Ну, соли, наверное, добавлю полностью, уже лучше сюда в куриное, в курицу. Точнее, это у нас куриная грудка, порезана на мелкие части. Я показывала тогда в том рецепте тоже, это кто не смотрел. Просто любой формы, какой вам удобно, вы мажете, режете его и добавляете миску свою. Сверху добавляем все, что у нас зажимое. А вот теперь уже помешает и наша ложка, чтобы выложить последнее. Так. И сразу сюда добавляем муки. Муки я делаю на глаз. Пока. Так. Вот столько, а потом уже буду смазывать. Все это хорошо перемешиваю. И теперь в произвольной форме выкладываем ее на сковородку. Конечно, можно, если доходить совсем аккуратненько, можно делать как специальные формы, продаются, чтобы они там были или кругленькие, или подкругленькие их делать, либо же там с какими-то цветочками, розочками. Но я делаю в произвольной форме. Сейчас они у меня обжариваются с одной стороны, затем переверну на другую сторону. Жарятся они очень быстро, буквально по несколько минут с каждой стороны. И куриные растрепки готовы. А я тем временем положила уже Веронике капусту остужать. Она будет есть капусту, а мальчишки... Мальчишки! Вы оба будете кашу кушать, да? Гречку оба будете кушать? Я буду. Гречку оба? Да. Все, а мальчишкам разогреваю... Тебе я уже положила капусту, мальчишкам разогреваю гречку. Сейчас буду мыть обувь тряпкой. Эха! Все, все сели за стол. А можно потом еще чаем? А? Можно потом еще чаем? Что можно? Чай еще. Потом, все, тихо, все, закружили голову все. Пока у меня дальше дожаривается все в сковороде. Еще не мыла обувь, сейчас буду мыть обувь. Я уже поела, поела немножечко раньше, у нас еще было рис, потому что на ночь не хочу наедаться. А сегодня тоже целый вечер голодная там на работе. Нет, там у нас и столовая. К сожалению, что там даже купить элементарно булки нигде нет, нигде буфета. Есть столовая, где можно приносить с собой, разогревать. Ну, сегодня мы там пили только кофе. И батон, там бесплатные батоны, майонез, кетчуп. Все, это бесплатно. Завтра стараюсь снять вам потише. Мне там очень заинтересовало майонез. Я такого вообще никогда не... Ну, там лежит на столах, я никогда такого не видела. И сегодня я ела чай. Ой, кофе с батоном и с джемом. Там еще джем бесплатный к этому. Тысячу лет не ела батон и джем все в этом месте вообще. Но сегодня прямо на кусочек съела, потому что просто было невыносимо. Реально хотелось съесть. Я с утра ничего... С утра я просто позавтракала чуть-чуть, перекусила. А сейчас мы можем плавать. Да, прощаться мы попозже, да, садись. И, соответственно, есть хотелось, ну-ка, целый день. Пришлось съесть кусочек батона и... с джемом. Так, все. Так у нас получается растрепки. Приятного аппетита. Все, мы готовы ко сну. Детки покушали, помылись. Кто-то не готов. Нет, спать пора давно. Подождите, с моим эндемсиком. Илья, 10 раз сказал одно и то же. Я обещала им по несколько штучек эндемсика дать. Вот если ты сядешь, Вероника, будешь себя хорошо вести, тогда мы поговорим, что ты эндемсика. А пока ты только прыгаешь и бегаешь туда-сюда, надо полотенце убрать, Вероникина. Ай? Это очень хорошо видно, что она бегает, прыгает. Так, сейчас все, ложимся спать. Время почти у нас 9:30. А у меня настоящий ключ.
Не почти, а полдесятого. У меня брелок. Брелок. Давайте обращаться. Кстати, подожди, Люшенька. Сейчас сосписывалась с мамочками в группе. Илья, Вайбер. Я тебе упки отобью. Вайбере, да, по поводу елки новогодней, Владика. Короче, 28-го. 28-го, правильно, не путаю ничего. 28-го. У них тюз. Елка будет, естественно, вероятно, сядь на попу ровно. Елка будет у них в тюзе. Вот единственное, что я не знаю, там, что я родители все пишут, а что в школе ничего не будет. Как бы когда как подарки будут раздаваться, да, Дед Мороз подарки будет то ли в школе, то ли на прямо, в тюз явно их не повезут, потому что там будет не один класс. Короче, какой-то дурдом вообще понаделали. А, естественно, в тюз опять же платно. Получили как бы елка за счет родителей, ну, грубо говоря. Да, так, ладно, давайте прощаться, все. Вероника! Всем пока, спокойной ночи, ставьте лайки, не ставьте дизлайки, всем до встречи, всем пока, и забывайте оставить комментарии. Кстати, завтра у меня утренник. Завтра у меня утренник, завтра. Завтра у тебя утренник. Всем пока, и спокойной ночи, не ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал, всем до встречи, всем пока. Это тебе пока такое? Кулаком всем машешь? Повезло. Молодец. Говори всем пока. Вероника всем кулаком пока машет. Аккуратно, дочь, аккуратно, ты упадешь. Так, все, всем хорошего настроения. Всем пока, увидимся с вами завтра. Уже 26 декабря. Пока-пока-пока. Небольшое включение после уже нашего прощания. Тут у нас Илюша. Илья, не лезь прямо в камеру. Ну, Вероника, подвинься. Сейчас, ребята, мы сейчас снимаем дядьку нашего, который будет стих у нас сегодня ложка. Да, Вероника, мы читаем сейчас сказку. Ой, не сказку, а стихи на ночь, да? Нет. И Вероника захотела рассказать нам стишок. Правда, она еще не очень хорошо его знает, но решила, да. Одна это, Илья. Давай, рассказывай. Робин. Робин Бабабей. Барабек. Барабек. Скушал червь. 40 человек. Ика. И быка. И кривого мясника. И телегу. И дугу. И метлу. И кочергу. Скушал церковь, скушал дом, и кузницу с кузнецом, а потом и говорит: у меня живот болит. Так, читаем на ночь стишки. Прикатался вы читать? Она, ты еще не знаешь наизусть вообще, ты вообще не знаешь. Жила-была мышка Мауси, и вдруг увидела кота Уси. У кота Уси злые глаза Уси. И злые-призлые. Что у нас? Зуба Уси. Так, давай, дальше. Все, скажи, спокойной ночи. Ёлка наша, да, здесь стоит. Конечно же, стоит. И, кстати, у нас в комнате появился еще. Что у нас появился? Тролль. Да, висит теперь? Мама, нас покажи. А вас тролль. Тролль. Мам, давай сейчас покажу. Нет, сейчас покажу, Ильич. Хорошо, там? Бобик, человек, скушал целых 40 человек. Дом, улитка. Так, все, а теперь скажи всем спокойной ночи. Не надо! Ну, Ильюша, так никто не делает. Бобик, Бобик. Робин, Бобин. Робин, Боба, няма-няма.